Всем привет, дорогие друзья, с вами Санес, Do you wanna have a baton? Шутка, с вами Т-1000, и это прохождение карты Troll You. Это моя вообще карта, точнее даже комната, в которой карта. Потому как нельзя сохранить карты, увы, нельзя, реально, нельзя. Сейчас чуть-чуть не умер, да, есть такая возможность, что блок на тебе заспавнится, и ты просто улетишь вниз. Значит, вот смотрите, вот тут save you. И смотрите, типа, нужно быть зарегистрированным или что-то типа, во. Ну и вообще, сохранение карт скоро написано вообще. Только автор карты может сохранять там, типа, но паркурщик сейчас, даже не знаю. Паркур, не, мы... Вот тут троллинг все-таки у меня сделан там. Не, по-хорошему нужно на джетпаке пролетать. Так, коллект нужно писать. Ты че, безграмотный? Коллект хаус хир. Так. Ну и, конечно, троллинг. Так. Ладно. Что ж, так, теперь туалет, тогда туалет, отдохнем немного, Чё смотришь? Не смотри. Всё, я сделал свои дела. Весь джетпак потратил, да, я молодец. Ладно. Собственно говоря, в этой игре я видел только один раз одного русского. Это было на записи. Мне крупно повезло. Я же до этого видел. Не видел. Кажется, не видел. Вот. Этот тролль паркур мы строили в прошлой серии. И тут нужно смотреть, какого цвета ты. То есть, если ты синий, ты прыгаешь на красный. Если ты красный, то прыгаешь на синий. А вообще, по-хорошему, пролетаешь на джетпаке. Если ты умный. Так, ну, я прошел так, как бы. Так, значит, теперь что дальше? Значит, сейчас я покажу вам еще один. Прям, но это жесткий троллинг. Это очень жесткий троллинг. Значит, смотрите. And Alt плюс F4 to save. И, значит, такой вот смайлик. Тьфу, ё-моё, язык. Да-да, это показывал. Если вы смотрели прошлые серии, вы знаете, что это уже было. Как бы, но все равно. Те, кто не смотрел, ну, посмотрели, да. Также вот такая вот яма. Просто яма. В нее может все равно упасть игрок. Может упасть. Просто яма. Ну что такое? Просто яма. Да. Что могу сказать? Собственно говоря, дальше карта может быть однотипной, как бы, но все равно проходить карту это очень весело. Эту карту проходить очень весело. Особенно если ты умный и используешь атомный джетпак. Вот, допустим, вот так вот стрелки, и если сделать много стрелок, то она может пихнуть тебе прямо на яму. Желательно сделать яму большой, но предупреждайте, что каким-то образом хотя бы намекайте, что есть тролль, что здесь будет тролль. И давайте протестируем свитчпак. Давно как бы, но я его вообще не тестировал. Значит, и что, в чем его прикол? Оу, да. Он космический, да ладно. И он быстро восстанавливается. Но у него космическая скорость. Лол, да, свитчпак крутой. И, да, свитчпак, конечно, имба. Тоже как бы, но мне кажется, стандартный джетпак. Ну, как-то... Значит, ну, просто...
Скорость немного побольше. Medium. У него прям высокая скорость. Но slow. Slow. Он восстанавливается быстрее. Очень быстро вообще восстанавливается. Так что не верьте. Да, это имба. Switch pack это имба. Ну, проще говоря, что могу еще сказать? В принципе, троллингов видов в этой игре не так много, но реализовать это можно, конечно, очень по-жесткому. Та же самая стена, не знаю. А также есть чатовый троллинг, например, написать has left the game. Просто вот так вот написать has left the game, и типа все подумают, что ты ушел, потому что вот так вот пишется, что он ушел из игры. Боб ушел из игры какой-то, и типа... Но видно, что тут другие символы. Вот тут вот такой вот символ, и нет вот таких вот. Но мало кто это заметит, поверьте, мало кто. Да, свитчпак, конечно, имба. Свитчпакин имба. Вообще, делал бы атомному-то побольше. Делали бы атомному 500. Или же делали бы какой-нибудь, типа, стоит 5000. Или же там даже 7000. Но у него не... Он такой, как атомный, но у него не 300, а 500, например. Вот это было бы круто. Или же даже 600. И вообще, делали бы, типа, 20000. Тысяча. Одна тысяча топлива. Это было бы жестко. Реально было бы жестко. Очень жестко. Ну ладно, в принципе. Я вам много чего показал. Кстати, только что я должен был упасть. Я ему не упал. Но я был, сейчас покажу. А, смотрите, я был наполовину. Я был... Вот тут были... Кончались мои ноги, но я поднялся. Вверх. Очень быстро. И пошел опять влево. Кто заметил, это хорошо. Сейчас вообще даже персонаж совсем чуть-чуть опустился. Ну да. Троллингов, то есть... Троллингов видов мало. А реализовать это можно по-жесткому. Прям вообще круто реализовать. Видите, даже тролль карты. У меня, конечно же, игроки не будут вызывать никаких там особо таких эмоций упоротых, так сказать. Но если вы сделаете такую карту в игре, то точно у вас игроки будут очень эпичные эмоции делать. Поверьте, проверено мной. Все, любые игроки, как бы, которые делают какие-то троллинги там, делается реакция, как бы, даже если говорят, сейчас будет троллинг, все равно реакция есть. А вот у меня нету особо таких, ну, кроме what the fuck, ну, это бомбеж, вообще вот, конечно, я... Надеюсь, я никому нервы не подпортил. Потому что я, по правде, очень не люблю, когда игроки портят кому-нибудь нервы. То есть бомбят там. Типа, делать, чтобы бомбили кто-то. Вообще не люблю, очень не люблю. Люблю, наоборот, когда помогают. Так, ладно. Ну, а вот если я сказал, что сейчас будет троллинг, значит, игроки уже знают, что будет троллинг. И все нормально тогда. Если они хотят, чтобы их троллировали, они зайдут в эту комнату. Если нет, они не зайдут. То есть, это все нормально. Есть некоторые игроки, которые просто хотят, чтобы их троллили. Или же хотят почувствовать, как это быть затроллен, типа тролли, что ли. Ну, короче говоря, ну вы поняли.
Ладно, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь.